Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лоподом, и сегодня речь пойдет о чудесных японских сказках. Японским Андерсоном называют Нанкити Ниими, а Кен Курои нарисовал совершенно потрясающие иллюстрации к этим вот книгам. Но на самом деле не будем забывать, что Андерсон это не совсем детский писатель. У Андерсона есть сказки, которые сейчас на наш избалованный нежными такими добрыми книжками, с обязательным счастливым концом, на наш вот такой вот цивилизованный современный взгляд, есть сказки, сюжет которых довольно жесткий. И если мы вспомним некоторые моменты Кая и Герды, и некоторые моменты, ну как разбойница, например, угрожает зарезать ножом, значит, да, нам станет понятно, что все-таки есть разница. Так вот, этот самый японский Андерсон, он очень-очень правильный сказочник. Очень. Но надо не забывать, что это японские сказки. И, в принципе, я советую вам сначала познакомиться с книгой «За рукавичками», а потом прочитать «Лисенка Гон». Потому что «Лисенок Гон» – сказка с печальным финалом. Нет, ну если вы, конечно, как я, не обливались в детстве слезами над японской русалочкой, вы же помните, прекрасная совершенно диснеевская русалочка заканчивается хэппи-эндом. Вопреки логике сюжета. Значит, все хорошо с ногами. И без ног тоже все хорошо. Вот, все счастливы, все танцуют и поют. В общем, такое индийское кино. Это у нас диснеевская русалочка. Есть японская русалочка. Очень, опять же, лирическая. Очень, опять же, тонко прорисованная. Удивительно сделанная, да? Где все кончается смертью. Просто. Русалка, как вы помните, да, гибнет и становится пеной морской. Что такое пена морская? Ребенку, выросшему довольно далеко от ближайшей полосы прибоя, что такое пена морская ребенку, не знавшему еще ни легенды, значит, ну неважно, ни мифа об Афродите, да, ни о том, что значит, никаких легенд о загробной жизни, да, мне было совершенно непонятно. Я понял совершенно отчетливо только одно, что она умерла, все умерли, все плохо. Это было потрясающее ощущение. Оно тоже, вероятно, необходимо юному зрителю и читателю, но все-таки Лисенка Гон очень жалко. Он очень хороший. Начнем с «За рукавичками». Я скажу два слова о художнике. Этот художник по-японски дотошен. Если вы будете всматриваться в эти иллюстрации, то за внешним, совершенно непреодолимым, на мой взгляд, обаянием вот этой вот манеры, техники, да, исполнения, словно войлочные мягкие игрушки, скатаны из мягкой шерсточки, из шерсти. Вот. И этими игрушками являются живые и очень обаятельные персонажи. Словно в легкий туман, такой сфумата, да, такая дымка, погружены все деревья, постройки, объекты, все детали, да, но при этом остаются вполне себе реалистично вырисованными. Да. Это не взгляд сквозь туманное стекло, это скорее реальность такая, вот, особая, сказочная. Мягкость – это не просто свойство кисти художника, которое избегает резких углов, угольно-черных теней, значит, изломов. Он передает как бы само поэтическое течение текста вот такими средствами. Здесь мягкость не является каким-то внешним, значит, средством придать иллюстрации мимимишности. Но вовсе нет. Просто сами сказки, значит, Нанкити, они такие, что когда вы будете это читать, вы неизбежно будете соглашаться с художником, что только так и можно было рассказывать эту историю. Например, историю о том, как у маленького лисенка зимой мерзли лапки. Да, местами это действительно просто, ну пробивает, что называется. Ты не можешь спокойно смотреть на эту иллюстрацию. Огромное заснеженное поле. Я очень простой пример приведу. Значит, вот, равнина такая. Где-то в отделении лес какие-то. Это какой-то даже не японский пейзаж. Настолько много снега, много воздуха, много простора. И маленькая фигурка лисицы, которая стоит, значит, посреди этого белого поля, а у нее под брюх, между лап, также стоит и смотрит. Смотрит, также оттуда выглядывает, вот так вот, да, стоит лисенок, и все это где-то в центре. Ты даже не сразу замечаешь это, когда рассматриваешь вот этот однотонное большое в разворот, значит, полотно, эту иллюстрацию. Но когда ты замечаешь, ты это вот одним жестом, не рядом спрятался он, не на маму смотрит, нет, а он из-под нее выглядывает такой вот. Ну, это совершенно потрясающе. И холод, и стужа зимней ночи, и, значит, колкость снега, и одновременно мягкость вот этой вот материнской любви,
которая защищает лисенка, показана лучше, чем можно было бы показать в, не знаю, там, в десятке иллюстраций. И дальше развивается история о том, как лисенок идет в гости к людям. Идет он за рукавичками, значит, в обычный магазин. Причем это опасный очень поход. Ну, не настолько опасный, как во второй сказке. Но если люди тебя заметят, поймают, они посадят тебя в железную клетку. Я читал и думал про себя, слава богу, не убьют. Но в любом случае посадят в железную клетку. Поэтому, конечно, в этом магазине шляп, ну, тут вспоминается, конечно, безумный шляпочник, но я думаю, что он вспоминается зря. Это такая индивидуальная ассоциация. Здесь вообще нет ничего сугубо сказочного. Это совершенно реальные лиса, реальный лисенок, который действительно мерзнет на снегу. Вот, они борются за существование. Да? И те рукавички, которые он надевает на лапки, это действительно специальные лисьи рукавички для того, чтобы согреть ему лапки. И ничего больше. Это не волшебные башмачки, которые перенесут их в страну лис, вот, где все будет хорошо и трогательно. Да, вот. А именно то, что согреет, да, является проявлением любви. Потому что, понимаете, мы можем бесконечно читать сказки и мечтать о волшебных башмачках, но если мы вдумаемся, то нужнее это нам все-таки теплая рукавичка, которая свяжет любимый человек или подарит любимый человек, или которую можно вот так вот найти, купить, выменять у человека. Да, вот. Но, конечно, мама лисица все время будет волноваться за лисенка. Вот, лисенок Гон — это еще более глубокая притча. Притча о том, что судьба вознаграждает в дни тягот, о том, что иногда, сам того не желая, кто-то может выступить вот таким вот вестником судьбы, помощником, о том, что помощь и радость снизойдет, но мы встречаем ее, ну, запертой дверью, скажем так, назовем это. Мы не открываем свое сердце. И когда происходит, я пытаюсь не пересказать вам сюжет, когда происходит что-то такое, что ставит нас в тупик, что мы принимаем за чудо, да, откуда внезапные подарки судьбы посыпаются, не всегда наша первая реакция – это приятие, это радость, да, это удивление, смешанное со страхом, с отрицанием смешанное. Вот. Здесь та же техника, те же совершенно потрясающие трогательные лисенки. Очень хорошо образ Хэдзю, значит, вот этого вот сельского крестьянина нарисован, да, очень хорошо, значит, образ лисенка этого Гона создан, совершенно потрясающе, потому что, видите, художник, он как бы, опять же, пытается отразить в иллюстрациях настроение, которое у нас возникает при чтении текста. А, собственно говоря, печальный сюжет сказки полностью скрашивает и смягчает необыкновенный лиризм, который присущ вот этой сказке. Когда мы читаем, нам кажется, что нам рассказывают такую народную песню какую-то, да, где даже если пусть она печальная, да, все равно ее мотив сам приносит нам утешение. Да. Он не скучный, он традиционный называется. Вот. Ну и вот эта вот история потрясающая. Когда мы будем ее читать, когда мы будем, значит, рассматривать вот эти вот подарки, да, и вдумываться, что значило это для Хэдзю, не надо забывать, что лисы в Японии, как и в Китае, это особые существа. Это у нас лисичка-сестричка и все. То есть больше мы, кроме, этой Настасьи Патрикеевны, по-моему, если вспомнить ее имя, отчество, мы ничего о лисе не знаем. А там это огромная культура. Лисы там всегда оборотни. Если в данный момент они ими не являются, то явно находятся в родстве с этими волшебными существами. И лисица особый персонаж. От нее ждешь какого-то чудесного, волшебного, обязательно опасного для человека. Мы же помним, чем питаются оборотни. Да? Оборотни лисы питаются человеческими душами. И недаром даосы их изводили, значит, уничтожали всеми способами волшебными, какими могли в Китае, да, и в Японии к ним тоже неоднозначное отношение, потому что это волшебство, но это темное волшебство такое, страшненькое, вот. И здесь какой-то на дне плещется осадочек, да, но это совсем другие лисы. Это те лисы, к которым мы привыкли, да, как у Бианки, которые, в общем-то, замечательные лесные звери, вовсе не лисы народных сказок и не лисы, значит, вот этих вот, тем более, мифов, преданий об оборотнях. Когда мы будем читать эти сказки, мне кажется, мы что-то новое узнаем о том, какой вообще может быть сказка, волшебная сказка, значит, и анималистическая сказка, да, о природе в наши дни. Это все написано в начале 20 века. Удивительно короткую жизнь прожил этот автор. Вот. Я о нем ничего не знал раньше. Но, вы знаете, и перевод, и иллюстрации сделали настоящее маленькое чудо. Я почувствовал себя вот этим вот малышом, который и
сезон дождей помнит и ощущает, и хижину на высоких сваях, и рыбную ловлю в крохотной речушке рядом с деревней, и видел не раз мелькающий то рыжий, то белый хвост лисицы, значит, которая пробегает где-то там на просторах Хоккайдо. Наверное, все-таки Хоккайдо, потому что самого северного острова, потому что такие снега и снегопады характерны, наверное, на севере Японии. Хотя это абсолютно наши лисицы, в каком-то смысле, не только японские. Читайте, наслаждайтесь прекрасной, на мой взгляд, сказкой, которая очень освежат впечатление от волшебных историй с зверями в главной роли. Ну и, конечно, рисунки выше всяких похвал. Я очень люблю такие вещи. В немногих деталях, немногими мазками, немногими средствами, да, показано и сказано очень многое. Это тоже одно из свойств в целом японского искусства, японской культуры. Если так сильно огрублять и излагать достаточно профанно, да, потому что я, конечно же, не специалист. Читайте, наслаждайтесь, эти сказки запомнятся вам надолго.